В Югорске подвели итоги акции «Рука помощи бездомным животным». Ее организовало добровольческое объединение «Кот Бегемот». Она уже 6 лет помогает бездомным животным. Волонтеры занимаются лечением, стерилизацией, находят кошкам и собакам новый дом. Но с каждым днем брошенных животных становится только больше, а средств не хватает. В фойе 5-й школы установили ящик добрых дел. Так подрастающее поколение внесло свой вклад в благородное дело. По окончании акции дети и их родители собрали около 10 килограммов влажного и сухого корма, консервы и сушеные лакомства для собак. Мы вообще с ребятами собираемся, нашего объединения детского, и разговариваем на разные темы, в том плане и про помощь животным, бездомным. И ребятам я говорю: ребят, как мы можем помочь? И они начинают думать, у нас происходит мозговой штурм. Они говорят: а давайте будем искать организации, которые у нас есть в городе. Мы провели рейд, разведку, узнали, что есть такая организация, как «Кот Бегемот», и решили сотрудничать с ними. Вышли на администратора группы, сказали: вот мы, ребята 5-й школы, мы хотим вам помочь, в чем вы нуждаетесь.